Приветствую всех на канале Sport Cards. Начинаем 37-й Instagram Break, 37-й хоккейный. Два блока коллекции премиум, один блок по базовой коллекции 12-го сезона, традиционный набор. Начинаем с блока по коллекции премиум. 24 пакета, по 3 карточки в каждом. Автографы звезд КХЛ, женской хоккейной лиги, а также малотиражные параллельные карты, ну и много базовых карт различных подсерий по матчу звезд, карты дебютантов сезона. Ну что ж, приступаем. Виртанин, Акбарс, Проворова, Скиф, Кондакова, Торнадо. Юнг, Адмирал, Сошников, Салават Юлаев, Уильямс, Горный. Достанка, Динамо Минск, Гудочек, Грецкий, представители Спартака и Минского Динамо. Карпентер, Ванки, Рейс. Мейсик, Автомобилист, Квартальнов, Акбарс, Бунов, Тайфун. Львутин, Спартак, Коварш, Автомобилист, Цибин, Тюменский легион. Спунер, Динамо Минск, Седлок, Трактор, Матыгулин, Реактор. Пока ни одной тиражной карты не было. Лаломт, Адмирал, Доус представлял Автомобилист на матче звезд, и Костенко, Ладья. Ну что ж, все хиты основные на концовку блока припасены, я так понимаю. Линдбек, Торпедо, Капризов, ЦСКА, Вафина, Горный. Лехтонин, Йокерит, Капризов, ЦСКА и Штарева, Торнадо. Журавлев, Акбарс, Расмуссен, Металлург, Дюпина, Динамо, Санкт-Петербург. Первый случай, по-моему, когда столько пакетов и ни одной тиражной карты еще не попалось. Берглунд, Нефтехимик, Дакоста, Локомотив, Загидулин, это Кузнецкие Медведи. Ну вот, наконец, тиражная карта. Сначала базовый посмотрим. Йоки, Пака, Сибирь. Анисимов, Динамо, Санкт-Петербург. Ну и первый хит, Томаш Гика, автограф Трактора. Пятый номер из 10, первый сезон под серией, дебютант КХЛ, Томаш Гика. Отличная карта, отличное начало брейка. Ниеми, Йокерит, Генуэй, Торпедо, Шибанова, Агидель. Напомню, еще один автограф нас ждет и три малотиражных параллельных карты. Вон, Куньлунь, Ип, также Куньлунь и Гусейнов, Снежные Барсы. Поленков, Витязь, Бочаров, Динамо Москва, Павлова, Бирюса. Щербак, Авангард, Гудочек и Диц, Спартак и Борис. Тейралова, Динамо Санкт-Петербург. Два пакетика захватил, наверное, что-то интересное в одном из них. Белевич, Торпедо, Хартли, Авангард, Аймурзин, Талпар. Ну вот еще одна малотиражная карта. Начнем с базы. Традиционно Шмелев, Сочи, Матыгулин, Реактор. Здесь у нас изумрудная параллельная карта. Сергей Гончарук, Торпедо. Второй номер из 20. Седлок, Трактор, Лам, Ванки, Рейс. И еще одна изумрудная параллелка. Райан Мерфи, Нефтехимик. Также тираж 20 экземпляров. 16 номер у этой карты. Ну что ж, остались еще два хита. Это автограф и рубиновая параллельная, более редкая, тиражом 10 экземпляров. Пока у нас Дыняк, Акбарс, Лехтонин, Йокерит, Тагиров, Спартак.
Грецкий, Динамо Минск, Гудочек, Спартак, Ефремов, Сибирские снайперы. Белов, Спартак, Яшкин, Динамо Москва и автограф Йокерита Брайан О'Нил. Второй номер из 9, базовый автограф игрока финского Йокерита. Ну, вот с таких автографов начали мы. Еще изумрудная параллель осталась. Ой, не изумрудная, рубиновая, конечно. Ретти, Торпеда, Воинов, Авангард, Сосина, Агидель. В последнем пакете должна быть рубиновая параллелка. Пока Бочаров, Шапарев, Алтай и рубиновая параллель Никита Толопила, Динамо Минск. Четвертый номер с 10, 10 всего лишь тираж этой карты. Поставим Никиту рядом с автографами О'Нила и Гики. Ну и перейдем по традиции к блоку по базовой коллекции 12 сезона. 24 пакета по 5 карточек. Робинсон, ЦСКА, Хенкель, Акбарс, Кейлов, Трактор, Кантиола, Йокерит, Йоинсу, Йокерит. Вихарев, Адмирал, Миронов, Динамо Москва, Воронков, Витязь, Яшкин, Динамо Москва, Алтыбармакян, Сочи. Чмыхов, ЦСКА, Загорна, Амур, Хант, Кунь-Лунь, Пильстрем, Йокерит, Йенсен, Йокерит. Норман, Йокерит, Зубска, рекламка, Шумаков, Авангард, Блажиевский, ЦСКА. Много Йокерита, но там базовых карт по этой команде в базовой коллекции больше, чем у остальных клубов. Поэтому это неудивительно. Бондарев, Авангард, Секач, ЦСКА, Пиарви, Свенсен, Локомотив, Миловзоров, Сибирь, Пулкинин, Динамо, Москва. Трушков, Адмирал, Лямин. Лямкин, точнее, Акбарс, Кошечкин, Металлург, Кимпанин, СКА, Бертельсон, Сочи. Марченко, ЦСКА, Трямкин, Авангард, Мусин, Спартак, Лишка, Северсталь, Стрёмболь, Сочи. Потапов, Авангард, Коварш, Автомобилист, Хапала, Йокерит, Самонов, СКА и Эллиот, Динамо Минск. Сятерин, Сибирь, Круглов, Динамо Москва и скрипт-автограф Найджела Доуса, Автомобилист. Вот один из хитов по этой коллекции. Пока по разным клубам у нас основные хиты в этом брейке, это всегда интересно. Ланхаммер, Амур и Капризов, ЦСКА. Капризов у нас и по коллекции премиум, базовый был в различных вариациях, но вот теперь еще и базовая карта из коллекции 12 сезона. Лямин, Динамо Москва, Фреттин, Акбарс, Орлов, Торпеда, Грабовский, Динамо Минск, Хартикайнин, Салават Юлаев. Блажиевский, ЦСКА, Ли, Акбарс, Крэкнелл, Кунь-Лунь, Тейлор, Динамо Минск, Кадола, Северсталь. Семенов, Авангард, Афиногенов, Динамо Москва, Атюшов, Нефтехимик, Рухума, Сибирь, Бурдасов, СКА. Маклюков, Борис, Светлов, Адмирал, Шрёдер, Торпеда, Энрад, Динамо Минск, Паре, Динамо Минск. Холланд, Автомобилист, Зернов, Авангард, Шустер, Кунь-Лунь, Яшкин, Динамо Москва, Йоинсу, Йокерит. Лалонд, Адмирал, Петров, Акбарс, Одел, Металлург, Швец, Роговой, СКА, Норман, Йокерит. Акользин, Борис, Нестеров, ЦСКА, Лайнин, Витязь, Лехтеря, СКА, Антила, Йокерит. Как на Йокерите у нас много пакетов заканчивается. Седдиков, Динамо Рига и редкая карта, малотиражная, карта под серией ЖХЛ, Милена, Третьяк. Так, есть Третьяк, а есть Третьяк.
Динамо Санкт-Петербург, голкипер питерского клуба. Так выглядит обратная сторона карты. Напомню, такие карты идут одна на блок в базовом варианте. Ну что ж, отдадим должное отважной девушке. Николенко, Металлург. Краш этих карт не прописан, но по расчетам порядка 20-30 штук всего лишь выпущено каждой карты из-под серии ЖХЛ в базовой коллекции. Юдин, Акбарс, Голышев, Автомобилист, Мецола, Салават Юлаев, Йенсен, Йокерит, Пильстрем, Йокерит. Покка, Авангард, Романов, ЦСКА, Порядин, Нефтехимик, Гольд, Северсталь, Осипков, Динамо Минск. Бобков, Авангард, Плет, Автомобилист, Фрэм, Хунь-Лунь, Эллиот, Динамо Минск, Александров, Сочи. Витасик, Амур, Шевченко, Борис, Ежов, Витязь, Кадола, Северсталь, Ниеми, Йокерит. Еще карта по серии трансфера у нас. Белялов, Акбарс, Загорно, Амур, Расмуссен, Металлург, Кетов, СКА и Пустинин, Сибирь. Ну вот как раз в этом пакете. Бэк, Авангард, Демков, Динамо Минск и карта под серии трансферы. Александр Свитов, 30 номер из 30, красивый номер еще к тому же. Из Акбарса в Локомотив проследовал Александр. И так как номер карты четный, достается она Локомотиву. Мои поздравления, отличная карта. Одна на блок, она также идет, как и скрипт, так же, как и карта ЖХЛ в базовой коллекции. Ну что ж, Локомотиву тоже достается один из китов этого брейка. Чайковский, Динамо Москва, Киселевич, ЦСКА, Мисюль, Локомотив, Михайлов, Сибирь, Карпов, СКА. На этом с базовым блоком коллекции 12 сезона завершаем. Ну и приступаем к завершающему блоку этого брейка. Снова коллекция премиум. Всем удачи, особенно тем, по чьим командам китов пока не выпало. Поехали. Гика, Трактор, Дакоста, Локомотив, Ярулин, СКА 1946. Дыняк, Акбарс, Геновый, Торпеда, Машков, Авангард. Грецкий, Динамо Минск, Яшкин, Динамо Москва, Гапиенко, Амурские тигры. Ретти, Торпеда, Мецола, Салават Юлаев, Баталова, Агидель. Мейсик, Автомобилист, Бобков, Авангард, Тимашов, Сарматы. Львутин, Спартак, Бочаров, Динамо Москва, Меркушева, Динамо Санкт-Петербург. Снова начинаем без хитов. В начале брейка раскачиваемся. В начале брейка этого блока. Спунер, Динамо Минск, Воинов, Авангард, Акаряк, Локомотив. Ну и первая малотиражная карта в этом пакете. Анисимов, Динамо Санкт-Петербург, Гончаров, Русские Витязи. И первый хит блока снова по Йокериту, правда на этот раз не автограф. Хотя нет, начинали с Трактора. Автограф Йокерита был позже, в первом блоке по премиум. Ну а здесь изумрудная параллель Давида Скленички. 20 тираж этой карты, 17 номер. Ну и сразу еще одна тиражная карта. Пока у нас Ник Бейлин, Трактор, Павлова, Бирюса и автограф Кунь-Луня. Джейк Челиос. Знаменитая хоккейная фамилия. Все прекрасно, я думаю, помнят легендарного игрока НХЛ. Но это... Не знаю, сын не сын, возможно, просто однофамилец. Игрок Кунь-Луня, дебютант сезона, 9 номер из 10, автограф Джейка Челиоса.
Двигаемся дальше. Здесь сразу еще одна тиражная карта. Хиты пошли у нас просто конвейером. Николаев, СКА, 1946. Пиаярви, Свенсон, Локомотив. И еще один автограф. Никита Лямкин, АК Барс. Второй номер из 9. Мои поздравления по АК Барсу. Не так часто выпадают хиты по этой коллекции. Ну вот, нам повезло в этом брейке. Лалонд, Адмирал, Хиетанин, Динамо Москва, ЦИ, Ванки Рейс. Линдбек, Торпедо, Грецкий, Динамо Минск, Калиниченко, Красная Армия. Геновый, Торпедо, Шибанова, Агидель. И изумрудная параллельная карта, Шимон Грубец, Кунь-Лунь. Вот так вот, чешский легионер. Еще один по Кунь-Луню, коих там достаточно. Ну что ж, в оставшихся пакетах, помимо базовых карт, остается только рубиновая параллель, насколько я понимаю, одна. Вон Кунь-Лунь, Капризов, ЦСКА, Горалкова, Бирюса. Пыленков, Витязь, Капризов, ЦСКА, Дарин, Атлант. Белевич, Торпедо, Расмуссен, Металлург, Алмаз, Федоров. Крэкнелл, Кунь-Лунь, Лехтонин, Йокерич, Тарёва, Торнадо. Седлок, Трактор, Гудочек, Спартак, Дюпина, Динамо, Санкт-Петербург. Холланд, Автомобилист, Воинов, Авангард, Загидулин. У нас Кузнецкие медведи. Рейдеборн, Акбарс, Квартальнов, Акбарс, Шибанова, Агидель. Достанка, Динамо Минск, Коварш, Автомобилист и Шуйдин, Сковоряги. Воинов, Авангард, Сосина, Агидель. И последняя тиражная карта этого брейка. Сергей Байков, Динамо Москва. Седьмой номер из 10 под серии первый сезон. Ну вот так вот. Очень разнообразно получилось. Смотрите, по главным хитам брейка все по разным командам. Такое бывает не всегда. Поэтому сразу много клубов охвачены хитами в этом брейке. Я думаю, что это отличный результат. Виртанин, Акбарс, Седлок, Трактор, Лиянис, Ванки Рейс и последний пакетик базовых карточки коллекции премиум. Юнг, Адмирал, Найджел Доус, Автомобилист и последняя карта — это Амир Гараев из команды МХЛ Капитан. Ну что ж, спасибо за участие, собирайте карточки, участвуйте в брейках, пока!